Привет, ребят! Сегодня я играю со своей лучшей подружкой Соней в игру Дос. Вы ее, наверное, большинство из моих подписчиков ее знает. Эту супер классную игру. Сейчас я захожу. Сейчас она где-то стоит. Так. Где? Вот она. Я это она не прорвалась. Так, Соня, идем сюда. Да, давай. Вот она, видимо, здорово. Это девочка Соня. Наша Соня, мы сегодня с ней будем в видеоролике. Она давно хотела попасть в видеоролик. Она хотела создать свой канал. У нее не выходит. Поэтому сегодня я сделаю так, чтобы она попала в наш ролик. И когда она создаст канал, я вам, конечно, об этом сообщу, чтобы вы подписались и поставили лайк. А мы начинаем. Так, Соня, алло. Алло. Соня, ты меня слышишь? Сейчас посмотрим. Что-то она тут зависла. Да, слышу. Соня, идем. Ты в видеоролик сейчас попадешь на Ютубе. Хорошо, сейчас. Так, это Жадина. Картина называется Жадина, которую я встречал в хардкоре моде. Тут не пропадем. Не пропадем. Давай недолго, но да, потому что мы должны еще поехать, если на Днепро. Да, Соня, я сегодня не поеду на Днепро. В этом, я так думаю, этим летом я не поеду никогда, потому что там уже очень холодная вода. У нас сейчас на этот момент 17-15 градусов. Нет, нормально. Я расчажу себе под носом пропустил. Да, Соня, снимаю. Сегодня мы у нас уже сегодняшний момент 11-я дверь. Моя подружка Соня проходила до 30. Соня, ты до какой двери проходила? Там, где глаза были. А, я напомню, какая-то. Соня, это где-то ты говорил 33-е. Это был начинался хит. Его очень сложно бы пройти. Но я не уверен. Могу я пройти этого тихо? Соня, монетки надо собирать. Уже ты что-то купишь. О, я ключ нашла. Вот и нет. Будешь учиться. О, Соня, неправильная дверь. Это неправильная дверь. Нельзя в нее идти. Соня, туда примени свой ключик. Туда. Соня, ты иди, я тебя догоню тут. Начинается раз, что мне делать, ребята? Что я как? Соня, что я? Чего? Я выжил. О, смотрите, баг. Баг, горит лампочка, бураж. А баг, лампочка, это банкочка, короче, горит. Леша, ты где? Я тебя жду. Я тут. Куда я опоздал? Опоздал на встречу Хика?
Я сейчас найду крестик. 100% этим человеком рядом будет у нас сегодня крестик. Я еще ни разу не проходил дорог. Надеюсь, бы я Соню научу проходить дорог, бы она его не весь проходила. Соня, я тебе скажу, что делать, когда... Ой, я подарок нашла. О, класс. Тебе нужны батарейки. Соня, сади фонарь. Он нам в темноте еще. Не, Соня, это просто такой фантом, чтобы не напугать нас. Просто вышел на канале. А ну-ка, давай-ка. Не, нормально, сейчас Соня, кажется, уже все тут сундуки меня перерыла. Так, мне нужна отмычка, надо было бы не брать фонарик. У меня он и так 679. Нормально? Так, тут мы поняли. А курилка уже тут. И, кажется, шкафы кто-то обвалил у нас. Я тут дверку пропустил, я нашла ключик. Он посветился. А где ты? А я тут-то. Я мать. Он что-то по тебе сегодня мог ведет. О, а я сейчас попробую зато фонарик найти. Я ключик зато нашла. Соня, иди сюда, я тебе нашел зарядку для фонарика. Где ключик нашла? Иди на синий свет. Я уже открыла. А, ладно, не надо тебе фонарик. Зарядку, чтобы батарейки, батареи, чтобы зарядить. Соня, сади фонарик, бо фонарика нет. Соня, тут я открою, хорошо, мне сейчас ее. Ну, надо искать ключ. У меня зажигалочка, ты хоть что-то. Вот зажигалка. И я нашел ключик. Дверьку открываем. Соня, я говорю, не сади фонарик, он нам пригодится. Потому что иногда свет пропадает. Это Соня часто ходит. Просто иди, оно тебе ничего не сделает, что свет пропадает. Каждый раз пробудет плакать. Соня, прячься под кровать. В шкаф прячься. Или под кровать. Короче, Соня, прячься под кровать. Так, цела, жива. Это Раш? Да, это Раш. Раш, говняш. Соня, батарейки бери. Обзяли. Да, вот он. А я думаю, что это за штуки, блин? Слушай, это как... Ты скоро бы дойдешь до 40-й двери. Мигает свет, Соня. Скоро будет Раш еще. Скоро. Так, это новая, я так думаю, комната. Я их очень редко встречаю. Я думаю, что это не скоро. Не говорит, что надо. Но не знаю. Они мне попадаются, но так редко, поэтому я не знаю. Так, Соня, я ключик нашел. Ну, мне так же скоро будет поздно. Да, Соня, они уже будут где-то там. Ого, Соня, они на 30-й двери, короче, будут. Да, они будут на 30-й двери. Подожди. Что, Соня, на... Подожди меня. Хорошо, на 30-й двери будет гордо. Так, я увидел. Так, а до кого забуду? Если не будет хита, я буду рад, это мой враг вражественный. Соня, главное сейчас не умереть.
Это мой шанс пройти до фигурача. Соня, 33-я дверь. Готова пройти до 34-го. Я тебе провожу, не бойся. Соня, в шкаф. В шкаф другой. Да, и сиди там. Вылазь. Так, Соня. Я сюда иду. Ты иди дверь открывай, я вот эту открою. Класс, еще одна батарейка. А у меня одна. Страшно. Соня, не бойся. Я тебя кашу. Типу мне на язык, чтоб я не... Что там ваше? Соня, шопах и не было. Шопых и не было тебе глаз. Это плохой намек. Маша, побила фейерверк. Я ж тебя говорю, я доведу тебя до... Соня, в шкаф! Беги, ищи шкаф! Ищи шкаф быстро! Шкаф ищи быстро! Беги. Живая! Ух, Соня, я был так испуган за тебя. У меня чуть сердечко не рассыпало. Соня, что ты так пугаешь меня? Вот этими рашами. Я пугаю. Скоро будет. Вы реально? Вы реально? Реально не пугаете? Реально не будет сирика, я не понимаю, что за сирика. Что за прикол, сирика не будет? Что, правда? Все. Ну, я еще и ключик сразу нашел. Соня, ключик тут. Ты что, ведешь свет мигал? Соня мигает свет, бежим прятаться. Сейчас нельзя ни в коем случае умереть. Ты иди. Соня. Это мой рекорд, я еще никогда не проходил тихо, я его тут просто не встретил. Офигеть, нету тихо, Соня! Ни в коем случае не умри, сейчас будешь ходить вот так только, поняла? О-о-о-о. Я своим ребятам докажу, что я не хочу. Я понимаю, что это моя рука, я буду уже ехать. Хорошо, Соня, жми конец, я тебе... Ты смотришь видео. Эти древние. Короче, я не понимаю, как проходить фигуру. Но я знаю, что надо проходить ее на кошечках. Девочка. Иди сюда! Я не знаю даже, как разгадать эту коронавирусу. Я тут не усилю. Только фигура пройдет. Понимаете, что ты вам? Ты просто спрошу, будьте как-то возрождение или мой возраст.